Я думаю, студентам очень полезно узнать какие-то лайфхаки от, прежде всего, состоявшихся журналистов, и там, в том числе моих коллег. И на самом деле вот это самое классное. Я думаю, что все студенты должны обязательно смотреть именно вот такую вот кулуарную жизнь и информацию. Все очень клево сработали, и было видно, что немного студенты переживают, но это и есть показатель того, что им не все равно, что они переживают за финальный продукт. И очень здорово наблюдать, что уже сейчас на третьем курсе студенты обладают такими знаниями и работают довольно профессионально, практически неотличимо от реального телепроизводства. Я вас поздравляю, мне кажется, работа выполнена на 5.